чтобы ею наслаждаться. Свежим хлебом, ранней весной, месяц по ночам выходит в штатском, чтобы не спугнуть веселых снов, в первых чувствах, в радости причастия, в добрых людях, встреченных в пути, столько ненавязчивого счастья, что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, души их ленивы, как и плоть, у вулкана остывает кратер, но в груди по-прежнему тепло. Это ли не главное богатство? Это ли не Божья благодать ни одной конторе адвокатской? Сломленных людей не оправдать, ты не слушай их рекомендаций. Сломленные люди часто врут. Жизнь дана, чтоб ею наслаждаться. Это труд, но благородный труд. Большое вам